Обмен криптовалютами станет проще. Американский финансовый конгломерат Bank of America получил исключительное право на систему автоматического обмена криптовалют. Информация об этом была опубликована ведомством по патентам и товарным знакам США, что механизм системы автоматического обмена будет состоять из нескольких частей, а именно аккаунта пользователя и инкасса счета для обмена криптовалюты. Новая система позволит отслеживать незаконные сделки. Нелегальными будут признаваться транзакции, обладающие максимальными показателями индекса риска.